Недавно Ленинградская область принимала Кубок дружбы народов, который являлся еще и открытым чемпионатом Российской Федерации с участием спортсменов из Казахстана, Латвии, Беларуси. В составе сбора нашей страны выступали представители открытого акционерного общества «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», которые показали достойный результат. Особенно это касается слесаря ремонтно-механического производства Алексея Евгеньевича Вихура. Он занял второе место в личном зачете и выполнил норматив «Мастер спорта Республики Беларусь». Я участвовал в соревнованиях на точность приземления. Надо было набрать минимальное количество баллов, то есть сантиметров. У меня был результат 13 сантиметров, что не хватило 1 сантиметра до первого места. Отметим, что еще один представитель мозырского парапланеризма Дмитрий Станович Лосев выполнил норматив, но кандидат в мастера спорта. И предоставим слово одному из лучших мастеров мирового спорта в таком виде программы, как точность приземления, начальнику 9-го цеха мозырского нефтеперерабатывающего завода Евгению Алексеевичу Вихуру, который на сей раз остался за чертой призеров, чему, вероятно, были свои причины. Порадовала команда в целом, потому что был такой дух на победу. Приехали побеждать. У нас была всего одна неудачная попытка, которая не дала занять призовое место в командном зачете. Вот, мы стали пятые в командном зачете, хотя вот без учета вот этой плохой попытки были бы первыми. То есть у нас такой потенциал в команде есть. Вот, хорошая энергетика, хорошая мотивация в команде. Вот, поэтому было приятно. Это такое вот просто удовольствие. То, что есть уже внутрикомандная конкуренция, оно и показывает результат. Вот сын занял второе место. Выиграл меня. Но это хорошо, это здорово. У нас была такая здоровая борьба. Почему не получилось у меня первым или там вторым стать? Ну, это же спорт. Туда едут побеждать. Вот, и поэтому не все, он не только из удач. Мне один спортсмен сказал, ты знаешь, для того, чтобы уметь выигрывать, надо уметь проигрывать. Это тот опыт, наверное, тоже нужен. Поэтому для будущих побед, для мотивации, ну вот так, в этот раз так. Ну что же, не сомневаемся, что Евгений Алексеевич вернет себе звание сильнейшего пилота Беларуси в данной дисциплине. А им, получается, на сегодняшний день является Алексей Евгеньевич Вихур, представитель мозырского НПЗ, который уже известен на весь мир и в парапланеризме.